Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как рождается наш мир. Мы рождаемся в мире, это мы понимаем, хотя мы, конечно, не можем вспомнить такие моменты, это мало кому дано вообще с 3 лет помнить себя, а уж тем более, когда человек родился, он вряд ли это все запечатлеет как активную память. Но вообще вот то, что мы видим вокруг себя, да, вот это вот обилие предметов, обилие зданий, небеса, землю, это вот все это вот то, что для нас является само собой разумеющимся, рождается из энергии, именно из недр энергии звезд, которые являются, ну, такими аккумуляторами этой энергии, рождаются миры. То есть из какого-то материала должно быть создано то, что вокруг нас. Так вот этим материалом является энергию, которую можно так подать, через это выразить, сделать ее тонкой, сделать ее наоборот какой-то непробиваемой и так далее. То есть это все работа с энергией. И звезды – это источники энергии. Вот они-то, так сказать, светят и посылают эту энергию по всем вселенным, чтобы всем обитателям этих вселенных было достаточно энергии для того, чтобы они воплощали то, что хотят. Есть демиурги планет, которые отвечают за обустройство этой планеты. У каждого есть свое место и прикрепление к той задаче, на которую он направлен. Вот так все и работает. Все просто из невидимого, из энергии рождается видимое. То есть это дело уже преобразования одного в другое. Ну а что вам было бы легче, если бы вам в деталях рассказали, как это преобразуется. Это уже технология, она есть, но, во-первых, нам не все дано понять и воспринять, как это делается. Во-вторых, это настолько усложнило бы картину мира, что нам бы стало уже за этими лесами не видно смысла. А во имя чего все это делается? Во имя чего вот возникают эти миры? А оказывается, миры возникают для того, чтобы в них играть. Вот именно играть. Нас это удивляет, как это играть, это что-то несерьезное. Оказывается, мы еще не понимаем, для чего существует игра. Игра существует для взаимодействия одного с другим. Ну, могут быть мальчики, девочки, да, вот они играют во дворе и взаимодействуют через отношения, и только через эти взаимодействия проявляются какие-то ситуации. А так бы мы и не раскрылись бы, и не поняли вообще, для чего все вот это суетливое, там визгливое во дворе происходит. Да? А это вот для того, чтобы дети встречались с ситуациями и учились. Во-первых, сначала они учатся даже делать ошибки, потому что дети неловко что-то могут сделать, это само собой, они же ведь, как говорится, для этого и родились, чтобы делать потом и ловко, наконец. И вот этот процесс обучения в игре, видите, оказывается, это не игра как таковая, вот беззаботное детство, а это обучение. С самого первого шага
младенец начинает обучаться. Но не скучно так, вот ему лекцию читают, да, а через реальные вот эти вот ощутимые, да, объекты, через реальные слова, это уже тонкие очень объекты, но это тем не менее, это тоже объекты, скажем, исследования. Видите, недаром такие философские слова, как объект, субъект и прочее, они несут такой широкий смысл, что в одном смысле это был бы некий весьма ощутимый предмет, да, а в другом смысле объект исследования. То есть вот только, ну, как бы поле исследования, в котором этот объект может проявлять свои свойства. Да, и вот если он невидимый, да, объект исследования, допустим, русский язык. И вот в этом поле проявляются его свойства, когда мы начинаем под таким углом, то есть именно докапываться до смысла каждого слова, и почему оно так звучит именно, да, и что оно может еще нести, и в какой смежный смысл здесь уже подкрадывается, и как связаны все слова. И это все увлекательнейшая задача, которая стоит перед исследователем. Вот это небольшая преамбула, да? Амбула, преамбула, пре это перед тем, что будет сказано. Это нам понятно, что пре это перед. А вот не всем понятно, кто использует другой язык. В этом языке нет расшифровки, саморасшифровки, понимаете? А в русском языке все само слышно и само расшифровывается для слуха, потому что даже через подражательный шум, допустим, здесь же слышно, шипит и уже изображает шум. То есть вот так наш русский язык стремится все определить через подражание тому, о чем он говорит. Удобно, правда, вот так наглядно все в языке прослушать. Удивительно. Ну, а теперь нам нужно пойти дальше. Нам нужно заняться конкретными словами, которые что-то значит, откуда-то они взялись, и почему-то вот они именно такие, да, а не другие. Вот скажем, слово «ветка». Давайте, самое такое вот, которое нам может встретиться сегодня в парке, в лесу, вот ветка, да, вот ветка. Но откуда оно произошло? Вот мы никогда не спрашиваем об этом, мы просто пользуемся словом, но почему вот такое слово, а не иное, понимаете, это интересно, потому что ведь русский язык это космический язык, на нем говорит масса цивилизаций, ну, конечно, это какое-то русское наклонение, где бесчисленные вариации словесных конкретных воплощений, там они похожи слова, да, могут быть в разных языках космических, в разных русских языках земных, но они все время как-то особо играют какими-то оттенками и красками. И почему людям иногда интересно изучать чужой язык, чтобы войти вот в характер этого произношения, этого ощущения слова, да? Потому что со слова начинается мир. Итак, ветка. Ну вот ветка. Но если мы, допустим, по-русски никак не объясним, потому что у нас нет таких слов, которые расшифровывали бы это простое слово «ветка». Хотя ветка, она непроста, там своя геометрия, там свое свойство упругости материала, а может быть его хрупкости, если ветка сухая. Но русский язык нам не помогает. Следовательно, здесь подсказка, что нужно
знать или хотя бы стремиться что-то знать из других языков, чтобы они нам расшифровывали то, что не расшифровывает родной язык. Оказывается, русский, он связан с языками смежными, скажем, индоевропейской группы, не будем далеко ходить. И в немецком языке есть слово, допустим, «веттен», «веттен», «соревноваться». Так вот, ветка, она соревнуется, да, в своей упругости, как материала, с ветром, чувствуете? И там вет, и здесь вет, ветер и ветка. И вот они борются. Ветер стремится порой, такой вот он бывает агрессивный ветер, не только такой нежный ветерок, а вот агрессивный, противный, он хочет ломать ветку, да, он говорит, что мы сейчас будем соревноваться, ты можешь сломаться от моего порыва. Понимаете, это вот и есть «веттен», соревнование. И вот здесь уже все немецкое слово, которое, кстати, уходит в санскрит, как и русские слова уходят в санскрит, они просто как бы, санскрит бесчисленно богатый словарь имеет, и вот они уходят и расшифровывают, наконец, знакомые нам слова, но непонятные по значению исконному. А теперь нам уже понятно, ветер и ветка, видите, два начало, которые соревнуются. Веттен. Вот для чего нужен язык и его изучение. Чужой язык. Третейский судья, чужой язык. Это все вот как раз из этой же оперы. Ну, а теперь возьмем слово вино, допустим. Вино, да? Ну, мы знаем тут сразу и вина, да? Вот человек, который выпил, он может быть виноват, потому что вино выводит его из баланса, из необходимого равновесия, которое именно как норма должна быть. Поэтому пьянство в любой форме, в самой микроскопической даже, там и то порицается в эстетике, этике. И не зря, потому что оно, сами знаете, вызывает и зависимости, может привести к каким-то таким аспектам выхода из равновесия человека, его неправильного поведения. И так вот, где вино, там и вина. Понимаете, вина. Чувствуете, да, что слова не только однокоренные, но и они имеют смысловое, как бы, связующее начало. Так, понятно. Теперь таран, допустим, слово таран. Ну, у нас, вот, чувствуете, есть слова, которые такие вот активные, да, вот таран и торить. Это слова близкие, однокоренные, считайте. Просто здесь это чередующаяся гласная, она то а, то о, тора. Да? Тора – это вот именно инструмент для того, чтобы проторить смысл и понять его. Видите, опять чисто русское слово, хотя его там относят к какому-то языку совершенно далекому от русского. Но это, оказывается, все всегда было связано. И народы были связаны, да и все они произошли из русского корня. И вот это пытаются скрыть многие учения, которые говорят, нет, русский не является осевым языком. А он является. И вот, скажем, индийские ученые, приезжающие в Россию, удивляются тому, что они слышат живой санскрит в лице русского языка. Итак, таран, понятно, да, от слова «тарить», там, где активное воздействие, разрушительное, там и проторится путь. Да, ну, а дальше танк. Танк. Вот танк, вроде вот что, откуда слово само, как таковое? Оказывается, тан – это
когда читается наоборот над. Наталья, да, рождающая или родящая. Это над, корень, связанный с жизнью, а тан в обратном направлении слова, корень, вернее, не слово, а корень, читается и получается смерть. Да, вот есть живая мертвая вода, и вот здесь как раз наш, так сказать, смысл обозначается. Итак, танк – это тот, который мертвый. Или он сеет смерть, да, вот его назначение такое, что защитить и врага умертвить. И вот вам тан, как противоположность нату, жизни. А вот есть слово натан, имя, да, натан. Ну, оно не часто используется, но некоторые вот люди вот почему-то получают это имя. Кстати, все, что с именами, это тоже как бы такие наклейки на человека. Вот он имя носит и думает, что его родители этим наградили именем. На самом деле Бог инспирирует все имена и внушает, ну, тем же родителям, допустим, что вот это имя самое подходящее. Так вот, они внушили Натану носить такое имя. А что ж такое Натан? Смотрите, это как раз над жизнь, а Тан – это смерть. То есть человек рождается, да, ему дается жизнь, чтобы он производил смерть. Натаны очень влиятельные люди, которые зарабатывают на вооружении, на бизнесе. И все это связано с войнами. Война самый, ну, как бы выгодный способ заработать деньги. Но эти деньги грязные, и потом такие люди, как Натан, некий, будет призван отвечать. И это не будет весело, понимаете? Он родится где-нибудь там, где его будут убивать чудовища, которые хотят заработать на жизни твоей, дорогой, бывшей Натан. Там он будет носить уже другое имя, может быть, страдающий, в переводе с какого-то языка и так далее. Но он ответит за свое такое беспечное житье на костях своих земных или других планетарных сограждан. Ну, а теперь танкер. Танкер – это тоже вроде как танк, то есть некий закрытый сосуд, ну, в таком общем плане, да, который перевозит, что мертвое уже, отжившее. Что такое нефть? Это, так сказать, содержание, как правило, того, что танкер в себе содержит. Это отжившие микроорганизмы и вообще все то, что уже там в земле перепрело, перегнило и превратилось в эту нефть. И вот танкер, он вот это мертвое возит. Видите, так что танкер не просто так. Или кошка. Вот просто слово кошка. Ну, кошка и кошка. Но мы знаем, что однокоренные слова связаны с понятием ценность. Ну, допустим, у евреев кошерная пища. Понятно, да, что здесь ясно, что с кошкой связь вполне, но получается, что кошка – это очень ценное существо, которое нужно иметь в доме, и оно, это существо, приносит самое необходимое – уют. И вообще вы даже не знаете, что возможно, что ваша кошка или кот, они вами как бы управляют, если вы сами собой управлять не можете как следует. Они вам помогают, но помогают не
слышимо, и у них даже языка нет в распоряжении, чтобы вас учить, вам читать лекции, но они это делают. То есть они связаны с потоком энергии от звезд, да, и вот с этим энергетическим планом они могут вам внушать правильные действия, чтобы вы не ошибались в своей жизни. Так что кошка, она очень ценная, и корень кош, кошерный, или там кошелек, видите, опять всплыло кош, оно работало на человека. Так, салат, са это то, са, ну это как бы древнерусское то местоимение, и оно связано как раз с этим нашим современным то. То лат, а лат это латать, да, салат латает стол, то есть весь обед человека или там ужин и так далее. И вот когда он трапезничает, то салат помогает ему как бы органично все связать, а не, ну, как бы изолированно все кушать, как будто он какой-то робот. И вот для связки блюд салат, лат, латает, связывает, он и существует. Са – то, латающий. Са – лют. Ну, лют у нас слово очень такое простое. Люд. Люд – это значит народ, может быть, или люд – лютый, а может быть и еще какое-то значение. Но в данном случае, посмотрите, сато – это игра, люд. Ведь людус тоналис, допустим, да, у хинды мы это знаем, такое произведение, игра тональности. Видите, он пользуется латинским языком, то есть тем же русским, но научным, русским научным. И вот Европа, она русский научный до сих пор использует активно, но думает, что русские – это необразованные существа, ничего себе, да, которые имеют специальный язык для науки. Я не сказал бы, что тогда надо принижать русский народ, как сейчас стараются это делать. Так, так что это у нас салют. То, что игру показывает красок в небе. И теперь у нас салата уже не будет из слов, если мы буквально слово читаем, как оно в смыслах запрограммировано. Самара. Да, Мара – это богиня смерти, богиня увядания. И вот этот город связан с таким процессом. Ну, когда-то исторически, видимо, это было, и в честь вот этого печального процесса был назван город Самара. Теперь кефир. Кефир – ке – это то, да, це – как украинцы говорят, кефир. Афир – это слово, которое имеет обратное чтение по отношению к слову риф. Риф – это твердый, и из-за этого и происходит распарывание обшивки корабля. А фир – наоборот, то есть мягкий или даже жидкий, что мы и наблюдаем. Ну, теперь, допустим, баллада. Слово, да? Вот попробуем с балладой разобраться. Бал, лада. Бал это, ну вы понимаете, бал, праздничный бал, где танцуют, где общаются, им они все переодеты люди в какие-то особые костюмы, они скрыты в лицах своих истинных, но изображают какие-то персонажи. На самом деле, вот так познакомиться с человеком, которого ты реально не знаешь и не видишь, какой он есть, это как раз прерогатива бала. Так что вот баллада – это бал. Чего? Лада, то есть гармонии. Бал, лада. Ну вот, а ла,
Дья – это та, на которую нагружают. Немцы до сих пор используют слово, глагол, допустим, «ладен» – «грузить». И «лад» имеет, видите, два смысла в данном случае. С одной стороны, это гармония, а с другой стороны, это груз. Груз, но вам домашнее задание. В чем же тут связующее? Как же эти все-таки два значения имеют связь между собой? Как? В чем? Так, ну вот соната. Вроде бы никак мы не можем сонорный сразу начнут говорить, да, объяснить можно так, что это сонор, то есть звучание. Но соната это, смотрите, со это то, помните, да, са ла то лад латать, со ната, то и то живая. Чувствуете, что соната это не мертвое произведение или не художественное, и закрыли книжку и забыли. Это живое произведение, которое всегда живое. Оно живет гораздо дольше, чем человек. И оно общается с человеком. И недаром есть прекрасные песни про сонаты, где вот непостижимость того, что это живое, но оно ни в чем не материальном таком человеческом, допустим, да, не выражается, а в то же время учит нас эмоциям, не просто даже каким-то мудростям, а подвижным эмоциональным мудростям. Это делает соната, но она строга как форма и академична. Уж так ее заакадемичили на нашей планете, что дальше некуда, тем не менее, а почему нет? К такому небесному созданию, да, надо относиться именно очень строго и ответственно. Не каждый может сочинять музыкальные произведения, подобные сонате. Есть свои законы, и они непреложны. Ну и закончим мы сегодня, наверное, словом «сардина». То «ардина», «рдеть» – это с красным цветом связано. Ну, вы там, пожалуйста, установите, что красного имеет сардина. Возможно, что это имеется в виду уже когда она приготовлена, получает красный цвет, или она действительно, сардина имеет такой цвет. Это уже для исследователей рыбного царства. Они, наверное, вам больше расскажут, но это вот именно связано с рдением. Как это рдение проявляется в красках, это спросите у специалистов. Но рдить нельзя сказать, но рдеть, а рдить это, наверное, вам тоже намек, что есть слова, которые на ить оканчиваются в неопределенной форме, пилить, допустим, да, и слова все связаны, и почему есть рдеть, а пилить вот так имеет окончание. Здесь тоже е и и имеют свои смыслы. Понимаете? И вот какие смыслы установите дома. Вот вам и задание, вот вам и лекция. Всего доброго. До свидания.
Thank you.